Сейчас скажу. Сейчас покажу, короче. Сзади, сзади! Кость, блядь, сука. Сзади, где в смысле? Откуда, где? Куда я спрыгнул? Сзади. А, не ты, блядь. На точке. У меня нет на точке. Где этот? Дропался? Зофи дропалась. Понятно. А, я 1-3. Я чё точку проебал, блядь, немножко. Забыл, где она просто. Короче, иди наверх в хач. Смотри в хач. Будешь. Прыгает снизу. Короче, где-то вот тут был нашатался, да? Вроде да. Выпрыгнет сейчас, наверное. Не, ну это как бы все. Как бы ГГ для меня, да. Тактически я уже проиграл. Я бы убил бы Ягера, если, блядь. Вот где мы убили, то есть он где-то там, в этой соседней комнатке был. Слышишь его? За диваном его слышу примерно. Или слева, или за диваном. Нет, он подо мной прям. Ёпту, я его проебал, пока, блядь, смотрел, ёпту, в этот зум. Душить с ним появится. Под тобой, под тобой. Я его не вижу. А, блядь, он уже оттуда выбежал. Интересно, как? Скорость такая. А, блядь, дверь разбита. С глушителем, блядь, тварь, блядь. Юль, ты зашла? Да. А почему клавиши на месте держишь, блядь? Да. Ноги, блядь, телевитируют, нахуй. Хуй его знает, блядь. Microphone muted. Бук, привет. У меня вроде все нормально было. В смысле проебал? Что ты успел проебать? Microphone activated. А, вы все закончили? Я кинул пригласы. Ага, все вижу. О, оверлей работает. Вот это да. Вау. Где стрим, Ю? В смысле, где стрим? Он есть. Да? Мои источники мне врут, да? Фу-фу-фу. Стрима играешь. Мои источники врут, что ты стрима играешь. Пять дней? В смысле? А-а-а, точно, выходные же были, я что-то забыл. Прошли уже. Сегодня в школу. Отстой. Так, Лю, у тебя есть джекал? Да. На бензокал. Да, его взяли только уже. Я сейчас отдам, подожди, бери. Ну, ты понимаешь, что я с ней ничего особо не сделаю? Лучше ты будешь с ним играть, чем какой-то пидорас. Ну, ладно. Пука, чё ты расстраиваешься? Всё равно ещё 3 дня там поучиться, а потом снова выходные. Ой, не выходные, ну праздничные дни, типа. Так что всё а не так... А чё ты блядь? Не так печально. Я б нахуй не пошёл бы учиться, пизду эти 2 дня, но я так в школу не ходил. Нужно отыскать заряд. Придётся, нахуй, вам опять отдыхать. Ради 2 дней, да? Ну да, когда есть возможность, можно и приебать. Большинство вредные советы. Знаешь, как делали? Они просто брали нахуй. С родителями на пару, блядь, согласовывали такой момент, что они просто уезжали на дачу в этот момент. Все. Все, они просто эти 2 дня, как бы, они не засчитывались. Один хуй. 2 дня, это тебе ничего не даст, блядь. Да вот именно, блядь. А потом звонили, узнавали у родителей, хули, блядь, у вас ребенок проебывает. А они говорят, что, а мы на дачу уехали, и все. Хули. Читер. Ты хуй доебешься, блядь. Докладываю, робот обнаружил читер. Заряд. Я у вас еще 10 секунд. Мне надо это сделать. 5 секунд. Мафака. Спецназ гвардия, нахуй. Ты ебать, блядь. Вы нашли деактиватор. Ваша цель — обезвредить заряд. Ой. Вот там двигатель. Алехо. Чего, блядь? Алехо.
Я, me he dado cuenta, ya. А я это какой-то, блядь. Зажат ты не зайдешь, наверное, да? Надо с другого. Вообще никак не зайду, блядь, по факту. Сайберспорт, нахуй. Я слышу папка, которая прям так помогает. Хорош. Да можешь сломать его, пожалуйста. Конфету нахуй убил. Выноси. Ау-ау-ау-ау-ау! Чё там? Ничего, у меня какие-то проблемы. Кубра меня, я тебя плантану. Cover me, please. Процесс отключения запущен. Охраняйте сектор. Да откуда? Почему так громко все? Там док где-то сидит, не понимаю где. Тоже не понимаю, блядь. Звоню. Блядь, на мне! Звоню, блядь. Си, бете. Я не понимаю, это снова... Бете, бете, бете! Defusing, go! Defusing, defusing! А на утро? Да. Деактиватор отключен. Это провал. That was a bad plan, actually. О, боже, я поняла, что не так. Ти, контрол. Por favor. Sorry. Ты чё, блядь, мексиканец нахуй или бразилец? Пизданутая. Por favor, блядь. Microphone activated. Microphone muted. Девятое мая не праздник, я заебал смотреть на Путина. О, смотри, целыми днями мучайся. Юля. Microphone activated. Что? Тебя пикает. Что пикает? То, что ты без микрофона разговариваешь. А, где? Teamspeak. У меня ничего не пикает. Охраняйте заряды. Блин, у меня проблемы, я забыла усиление звука, блядь, вырубить. Ну чё все рвет, блядь, как обезьяна в жопе. Пока мы подготовка, блядь. Ставлю колючку. Вымпелком, блядь. Нави в Дискорде уже устал. Ну так это... Поменяй на котика какого-нибудь. Так. Звуки. Звуки? А, без звука, по умолчанию. Блин, я забыл где-то делать. Так, вот это вот свойство. Улучшение. Отключение всех звуковых эффектов. Обнаружили, блядь, не Костя, обнаружили. Отключение всех звуковых эффектов уже, да? Вот это да, херня. Да, да. Ой, как тихо, все стало тебе! О, блядь, сори. Да нет, все нормально. Я просто вас убавила, потому что не поняла. Я думала, это из-за винты такая херня. Ну, в смысле, из-за сотки на винте. One dead. One on me. Okay. Okay. Someone please speak Spanish? No, a little. Just a little. But I speak English. Okay, don't worry, be happy. Bye-bye. Morey. Соса! Посмотри, как это было красиво. На! Я хотел, блядь, трехом выйти, я начал пену залупать, блядь. За котиков пояснить могу? Да ладно, что тут пояснять-то за котиков? Котики топ. Котики... Юля, Джакал. Погоди, я звук... Теперь у меня скорб, как будто, блядь, он в Африке, а тебя слышно нормально будет. Потому что я не успела. Шака... Да я беру с ЛДЖ тогда. Блядь, а такая еби есть у тебя? Нет, я чё, богатая, что ли? Богатая, что ли? А кто у тебя ещё есть? Есть IQ? IQ... Ой, сейчас бы IQ у меня не было ещё. Бери лучше IQ тогда. Не хочу. Хочешь, гав?
Я хочу ее брать только по вечерам. А? Вот такой поворотик. Корм, блядь, АФК. Юля, АФК. Да что я прибавляю вас, отстаньте. Вот, блин, что ты меня дергаешь еще? Дронов там следит. Юля не шакал. Юля молот. Разъебывает. Шакаленок? Нет. Я как печь это. Жалкое подобие на шакаленка. Тру шакаленок только один. Его нет здесь. Он не с нами, да? Да. Юля, подожди, я позвоню, если тебя там кто-то стреляет. Порнхабчик? Вот пипсинка. Рекламируют порнохаб, нахуй. Это просто перманент по IP. У меня. На мне. У меня. Это не вы. У меня тут есть кто-то шоркается. На мне где-то тоже, блядь, спас. Я пустой, прикройте! Я с флешка, блядь. Чё, так будете заходить? Вы или заходите, или чё? Бля, задронить надо. Так себе, блядь. Уж. У меня там еще один, извините. Чё-то я... Мать, у меня там в глазах двоилось, я думала, что это один человек. Но потом подумала, что все-таки второй тот. Извините за орры. Справа от меня, на мне. Алабей. Сайт. Один двое в точке. Один враг, еще, еще один слева. Там же слева. Не слишком ли высоковато, блядь, молодой? Блин, слушал, я испугался, извини. Я тоже испугалась. Я что-то до конца не понимала, двое там их было в итоге или нет. Чё, блядь, скорб, давай завязывай. Здесь холодильник. Здесь холодильник. Вау. Там дверь, блядь, не бронирована. В текстуру попал, торчащую, да? Рекорд. Ну, блядь, вообще никуда не попал, блядь. По факту он просто дострелял, блядь, в никуда, по факту в дверь. What the fuck, easy ban? Че, да смеешься нахуй, летишь, блядь. В глазах у меня двоилось питерская тема. Нет, немножко не такое двоение было. Чуть-чуть другое. Не такое веселое. К обороне, не дайте врагу пройти. Слышь, выпил.
сразу двигаться начал такой. Привет, Андрей. Я вот только что написала это анонс, только что прямо опубликовала до того, как ты написал. Или, может быть, тогда, когда ты написал, но... Блин. Ну, я как бы этого не видела, только что сейчас увидела. Короче, тайминги тупо. Чё дрон, блядь, там нахуй. Микрофон активирован. Боссы разозлились. Ух ты, блядь, на мне! Хорош. Еще в баре здесь, походу, слева от меня. И по звукам, блядь. А Чауса убили, ну. Вы здесь. Чауса убили, да? Где? Щитовик. Понял. У меня. Прикрывай. О, я промахнулась. Блядь, ну ты прикрывай, блядь. One on me. Сделка. Живых только один противник. Блять! Хуёвый дефенс. Камера у тебя, конечно. Найс. Камера у меня как раз таки найс, блять. Только вот я, блять, их заюзать не успел из-за этих пидорасов, блять. Которые в точку заходят, блядь. Где вообще все тиммейты были, когда все в точку заходят, блядь? Это хуйня. Пиздец. Иди, поди, торчи, да? Сука, блядь. Давай, ёпта. Микрофон мьютед. Деактиватор уничтожен. Точно питерская. Незаметность, блядь. Да блин. Я шучу, я на самом деле не знаю. Столько шуток про наркоту, но... Типа, да. Сбитые шуточки. Максимум. Как это, блядь? Да, максимум маскировки, блядь. Давай удачи. Фу, вот мне, да блин, завтра будет, наверное, нормальный стрим. Что-то у меня реально башка болит. Маскировка. Ну, видишь, я уже по первому пункту не подхожу, поэтому можешь это как бы... идти по своим делишкам. Ебучий чайник. Единственный сап пошел по пизде, в смысле? У меня? В смысле, Костя еще подписан будет до 14 числа, что ли? Габороне, не дайте врагу пройти. Это он был первым сабом, если что. Или уже, я что-то не помню. Нет, по-моему, 14-го он подписался. Здесь перекрыл. Две тянки? Что за тянки? Да пф. Дырку можно? Так, как бы ты... Между бунтами, чтобы было. Враг обнаружил взрывчатку. Приготовься. Пос обнаружили. Лисой на линии, ну-ка, ушка. К двери не подходите. Караш? Ловушку уловил, отойдите. Да, гараж. У меня в окне. И у меня в окне. Эшку. Ты Эшку убила? Да? Не знаю кого-то. Я не видел. Там еще глаз, блядь. Хуяс. Ой, иди нахер, не пойду я туда.
О, тут опять же 20 лет Ubisoft, а... А! Блин, я не... Там слился он, сука! Короче, там до сих пор глаз в этом окне сидит. Так. Хорош. Мне щекаль. Что у тебя чекаль? Щекаль тут на окне. Окей, у меня тут вот где-то типас на глазе. А нет, он еще не вышел, он там сидит. Саб пошел по своим делам, что-то. Типа... Там спамин для игрища, это вот спам. Он уже не здесь, забей. Да, и пофиг. In your right, Ella, Ella, in your right. В смысле, хз, я думал, ты с Акри играешь. Right. Блин, как ты Акри заходила на мой стрим один in раз, case, я ее видела, right, вроде бы. Вот, и я такого упор. Что, серьезно? Я достойна. Я in your right. У меня что? Может, это был... У меня. Хотя, какой смысл, типа, если... Вряд ли кто-то будет с таким же ником. Но уже не давай, Андрей, играем. У меня Коша входит. В этот. Хорош. В КС вместе. Посливай тебе ранг. Чё такое? Вот такой, вот такой, вот такой. Изи нахуй. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Господи, Чаус нахуй. Чаус, блять. Чаус. Ты как школьник, блять, который английского не знает, нахуй. Чаус, блять. Чаус, да. Давай, как там, обучаем. Как Chaos. Как? Chaos. Да ну, о, легендарка, врубайтесь. Все говорят, что команда Чаус. Дикая природа, легендарка, блять, на дробовик ебаный. Господи, какое же это ублюдище, блять, вы не представляете, нахуй. Это пиздец. Дробовик, блядь, алиби и маэстро, нахуй. Дикая природа, блядь, да это пиздец. Деревянное оружие, блядь, покрытое какой-то ёптутиной, нахуй. Это легендарка, блядь, серьезно? Вы, блядь, в это можете поверить, нахуй? Я Чаус, нахуй, тот. Чаус. Поняли, уёбы? Пиздец, ребята. Юля, ты хочешь в рейтинг сыграть? А сейчас мы... Ну, блин, я думала, я убивала. Как вчера мы играли, я думала, что я убивала в ММ, оказывается. Нет. Не, хочешь, можно в ММ релизайти, чего бы нет. Нет, нет, не надо. Просто я удивилась, что вчера я разъёбывал. Вот. Потому что обычно в паблике, как бы, я могу кого-то убивать, захожу в ММ, там просто, блядь, киберспортсмен для меня. Цеписта, да? Цепенку, блядь, там, Цепенку, да. Джойстик, нахуй. Ну, типа, ты знаешь, как... На каждом шагу, блядь, в углу уже поджидают. В паблике, типа, я играю как будто сильверами, потом захожу в ММ, и там это просто глобалы, пиксели-дрочеры. Давай на юге. Пиксель дрочеры. Я ем эклер. Ага. Эклер. Бегу. Привет, Катя. Здорово, Катюш. Катюш. Наматка. О, бани. Помадка? Клан помадка, бани. Какой-нибудь что-то не показывается. Как дела, Катя? Я видела фотки, что ты поехала. Куда-то там. Себе. Да. Куда? Пиццу? Где она и живет, собственно. Так что она туда не поехала, а вернулась. Я тоже хочу жить в пицце. Пицца? Пицца? Тупица, сам ты тупица, бля, дай две пиццы, бля, просто.
Ну, Костя, привет, да, он уже он прилетел, здоровается. А просто так, как будто я не здоров. У вас еще 10 секунд. Пикселисты, блин, это такое слово, как дурацкое получилось. У вас еще 5 секунд. Пикселисты? Это кто? Цель обезвредить взрывчатку. Крыша спустится? Самый господа. Вы потеряли деактиватор. Ну там, знаешь, эти дрочеры вещи, которые вымеряют сантиметр каждый. По 15 сантиметров каждому. 15 сантиметров. Это мало или много? Ну, судя по статистике России, это средний. Hey guys. Какая разница? Какая разница? Всунул, ребенок появился и все. Они камерами не пользуются. Держи просто. Я хочу поближе к вам, я не понимаю. А, допрос. Бля. Interrogation? Sorry. Yes. Oh my fucking. Есть заряд. Я лечу к вам, подожди. Возьмите эту хрень. Деактиватор потерян. Лёд, вовремя. Ну отстаньте. Хрень. Так, подождите, я занята убийствами, сейчас я прочитаю еще. Надо высидеть. За столом, по-моему, один. За столом? Он там... Здесь. Кушает. Давай так. А куда я? Я опять не туда пришла. Нет, нет, никого. Неба. Я за дроне. А это не следы. Это труп. А, блядь, там, там это хуйня, да. Что-то обнаружил. Шлюх там. Иду за добычей. Спалил. Там КПР, блядь! Elevator. Yep, yep. To the right. Right. Да как она меня сейчас... Фу, ладно. Где у вас? Эй, камера, докови. Фу, она меня не убила. Все хорошо. Ты себя убила? Прикрой. Но не допросила. Он спрыгнул. Тебе? Так. В лифте, походу. Мать твою, идиот. Ты чего спрашивала? Я прослушала. Да я говорю это. Мы спалили твои фотки, что ты ездил к себе на родину. Как там провела время или проводишь. Прям на кухне. Там просто кто-то что-то сказал и... А, там Костя сказал, что-то там... Ну, типа, ты поехала типа, в пиццу. Там кухни просто можно просто релить. Я такая, я тоже хочу жить в пицце. Вот в этой щели она сидела, по идее. Да. Главное, не длина, а ширина. Ты знаток. Блин, заебал, ты же знаешь, что там она, эта хуйня, блядь. Я хотел припрыгнуть. Так, слушайте, вот так я чуть-чуть их убавила, нормально ущели, слышно их справа. В ТС-ке. Ну вообще, типа, вот там, да. Соотношение это моего вот, голоса и их голосов. На кухне. Так бы сказал бы. Так я же изначально сказал, что... Сказал справа, я чекал справа. Ну вот не, не в кухне, а справа. Да это было погромче, я решил сейчас потише сказал, сделать. Кухне, сказал ты мне в кухне, сказал справа, блядь, я чекаю право. Все разнесло его там. Замудрённый, ёбаный ты в рот, а? Справа в кухне, блядь. Да, в кухне тоже есть справа и лево, представляешь? Там не тупо, блядь, кухня и все, ты, блядь, назвал одну тупо кухню, а именно пиксель правой кухни, блядь. Еще поеду восьмё... Прикольно. Дилетант. Путешествие, это круто. На связи, блядь. Даже голосовать на самом деле такие небольшие путешествия, это тоже классно. Корпу, сразу видно, кто-то стример, да. Ой, прекрати. Не такой уж я первоклассный стример, просто что-то это жаловались. Дырка. Как бы так сказала бы, что далеко не первоклассный. А зачем я здесь кино? А ты охуенно поставил. Я просто молодец, я бы еще, да. Я бы еще подальше побежал. Прям там у врагов где-нибудь. Блять,
Да, потому что когда они спрыгивать мы у них начали, ты прям... Да, о, броня нахуй. Да-да-да-да. Знаешь, они все такие пришли, а мы это где на меня скидали? Я что-то... Я решила прогуляться и решила поставить там... Забыла, что я рук побежала. Короче, много кто жалуется, что тихо, не слышно ТС-ку. Ну, ребят в ТС-ке. Я такая думаю, ну ладно. Чего ребят в ТС-ке? Да ничего, жалуются тут часто. Что не слышно вас. А, что вас не слышно? Ну, не вас конкретно, вообще не слышно, типа, тех, с кем я играю. Тихо слышно, потому что я не хочу, чтобы игра орала и не слышно было. И, соответственно, ТС-ка тоже, и... Много кто говорил об этом, я прибавила, чтобы слышно было, о чем мы говорим. Потому что в основном слышно меня. И нужно прислушиваться, чтобы других услышать. Бля! Они люки дропаются. Блюки? Да. А блюки? Ну типа, вот это длина? Ух ты, блядь, я уже понял, у меня уши. Ух ты, блядь. Сай, сай. Убит, убит, убит. А, убил. Мы друг друга убили, что ли? Ну как, блять, я убежал нахуй уже, блять, дрищ. Дрищ. А я не знаю, как тут подняться, я запуталась в карте. Боже мой! Сзади. Давай, походу. Давай. Я слышала дроны. Где он? Вон лестница, можешь обойти, Юля. Да, лево. Сейчас, погоди, погоди, мне нужно вырубить это говно. Да блять! Группа погибла. Паны мит. Это было очень плохо. А ешечка. Микрофон мьютед. Спасибо, что сказали насчет звука. А мне это важно. Так. Ебучий там спокойно, случай. Я люблю там находиться. Это на самом деле это прикольно находить что-то свое в поездках, даже небольших. Уга, уга. Потому что я раньше хейтила... Юля на сладже опять? Ездить. Да. Что, в соло? Блять, ну надо... Да ладно, бери, бери. Я в любом случае играю как кусок говна. Юль, во-первых, играешь ты еще более-менее по сравнению с остальными долбоебами, с которыми нам приходится иногда играть, блять, в основном, точнее. Получше. Мы в рейтинге играли с Вано. А там трое, типа, рекрутов, нахуй. Типа, у них, знаешь, как первый раунд не задался, сейчас, типа, вообще пизда, они берут рекрутов поливают. И своих же убивают. А-а-а. Просто отлично. Так. Иду, стреляют дробовики, нахуй, так, просто идут. Видишь, ты уже большая, блядь, часть, нахуй, планеты хуже тебя играет, по факту, блядь. Mm-hmm. Просто по факту. Вот и все. Ты уже должна смириться с тем, что ты более-менее нормальный игрок, блядь. Хорошо. Спасибо. Короче, я к тому, что я хейтил, я, сори, меня перебиваю тут, я раньше хейтила ездить к себе и как-то еще выпендривалась, типа, на поездке по России, был какой-то период времени, а потом и насчет, типа, всяких, я очень часто была в Турции, Египте, там, и так далее, и это я тоже хейтила, думала, что все, никогда не поеду, вот, а потом как-то... пересматриваешь это все и понимаешь, что может быть очень круто, особенно когда мы с Сашей ездили. И даже парашки прикольно проехать, потому что есть много всяких приколюх. Соседний этаж. Так что, типа, смотря что хочется, то и нужно сделать. Ну, в смысле, съездить туда, куда хочется. Казалось. Вроде не должно было. Так, ладно, сюда спрыгну лучше. Все свои попут? Ты, блядь, Эшку чуть не убил. Сука, обезьянья, блядь. Yeah.
Давай я первый пойду. Ну давай. Умру как по нос, а ты убьешь потом. Interrogation. Bad, bad. Very, very bad. Inside. О, 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 у меня тут. Да блин, я не попала по ней. Там фрост. Где на точке? Я не помню. Удалось вернуть деактиватор. Ребята, на точке. А вот это сидит, понятное маэстро. Дело, но у меня я очень тихо пин? Было. Сори, что долго Грена. Отвечаю. У меня нет Грена. Я пыталась быть сосредоточенным. Ну нет, не надо посылать в жопу. Просто один, когда идет диалог, вот и не слышно ребята, они там всякие шуточки рофлят, все такие, чё ты, к чему ты вообще отвечаешь, что он сказал и так далее. Очень трудно это. Потом вспомнить, что говорили, и это все переводить. Ну, типа, нафиг надо. Лучше, чтобы слышно что было. Это, как второстепенно, но слышно. Будете нормально. Убивать. Он прям лежит, валяется. Можно его зря. Поднялся, бежит. Жалко, я не разломала этот. Ладно, не важно. И все убежали, блядь. Только он начал выходить, и все разбежались как мы. Я с другой точки захожу просто. Пилот везде обратно. Да нет, Питер, я люблю просто это. Там же именно как сказать. Правый пиксель. Жив лишь один оперативник. Именно мы, блядь, она мне припала, попадает, а я нет. Принципы свои ломаешь, вот. Иногда. Дурацкие. Нана. В мелочах много всяких кайфовых штук, поэтому. Точнее. Аркор. За счет мелочей ты получаешь какие-то такие особые Симпай, чувства. Кавай, блядь. Это классно. Маму ебай, там, не знаю, что. Маму ебай, блять. Что-то новое. Поэтому я рада, что Катя вырвалась из рутины работы и изгоняла куда-то. Меня удовлетворяет. Да, тоже прикольная тема, Питер, когда не знаю, мне в Питере бесит ветер. Когда капец ветер ебоша, ты хочешь умереть просто, потому что слишком холодно. Типа, погода в Питере с ветром и без ветра — это две разные погоды. Потому что может быть плюс 5, но когда ветер, ты как будто, я не знаю, минус 40 попадаешь, потому что дождь очень такой промозглый, и когда с ветром — это просто трэш. А вот летом Юля-Восток. Восток. И кого? Да. Я возьму этого. Ты кого берешь, того берешь. Да, и хорошо. Слаги возьмет. Слэдж. What the fuck? Найдите заряды с помощью бота. О, нашел нахуй. Гасл. Кастыль? Кафель. Первый? Кафель, блядь. Опа, нахуй. Пикать будет, нахуй. Пикать, понял? Да. Он заделался, ну. О, блядь. Чёрная его уёбищ. Ой, чёрная. Чёрная его уёбищ. Меня сейчас забанят, нахуй. У вас ещё 10 секунд. Не люблю наркоманов и алкашей, с этим проблем. Да мне кажется, алкаши и наркоманы, они везде. Во второй этаж. Во второй этаж, Раш. Давай. Я буду фьюзить. Бом-бом-бом. Бом-бом-бом. Бом-бом. Музыка для моих ушей. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Мы потеряли деактиватор. Хуя себе, какая штука. О, тихо. Давай.
Ну, блять, нам дырку сделать. Ай, да в смысле? Уничтожен очко. Очко? Ой, будешь, ты, будешь на второй этаж залезать? Давай, давай, залезь. Да можешь встать-то. Меняю магазин. Ты где? Какие следы есть? Следов нет. Очки снял, поехали. Тут тоже следов нет. На лестнице тоже вроде следов нет. У меня где-то... Зайди сюда, пожалуйста. Куда? Вот на метке. Забей лестницу. У меня. Ешь. Тут куда? Здесь жил Верилл. And... Алиби. Вы их разъебать? Нет. А, о, блядь! На мне там. О, Балька, у нее вообще лоу. Hallway. Давай, Фузи. Поехал. Блять. Close. Ну там же Эшка, блять, бегала, шлюха, ебаная, блять. У неё такое оружие, блять. Go try. Try. Try hard, hard. Она чекает люк. Алиби. Конечно, чекает, ебать. У нее еще за стенкой здесь у мало, блядь, пас какой-то. В окне зашел, блядь, пульная. А, ебал, блядь, так шумит. Группа нейтрализована. Суки. Просто Эшка была, вбегает двое, нахуй, на второй этаж, она че, блядь, ебалом щелкает просто, блядь. Да это я не законтролил, на самом деле. Можно было просто взять в свои руки, блядь, все. И выиграть. А я Вальку не добила чуть-чуть. Обидно. Арьянов. Русский. Арьянов Тимур. Там прям такая писюлька у меня осталась. Писюлька? Лежать можешь на ветре жестко. Тебя вообще, наверное, ветер сносит. Жестко. Ты же дрищ. Нет, там Бука. Бука? Гука? Ой-ой-ой. Да я сейчас. Главное не побежать опять, не выставить где-нибудь на продажу. Это я на рынок просто собиралась в прошлый раз. Да. По дешевке бабулькам продать. Бабулькам продать? Не бабулькам. А, ну по... Бабулькам, блядь. Чё она там бабулькам хотела продать? Броню? Да. 5 секунд. Да бабулькам, в смысле. Папашкам. Враг не знает, где заряд. Ничего не понимаете. Бля, я капкан это не расставил. Ну ебать. Я бабулькам кому-нибудь другому продам потом. Пожалуйста. Как же ты же мог так вот поступить, блядь? Так я в туалете спрячусь лучше. Прячься. Пока твои, блядь, воюют, прячешься. Фу. Цикло. Сделал тупорылый на Б, блядь. Это не я. Я его убил? My big joke. Main. Я же посрался или мышку вправо повернул. Там монтажник пол хп где-то. Ну чуть больше. Он розовый такой, я не ожидала. Монтажник. Где? Конкретнее, пожалуйста. Коридор? У него пол хп. Было. Меня тут. Враг нашел заряд. Устраните угрозу. Майкл, он
коридоре, блядь. Ой, на мне уже. Он меня пушит. Лестница. Короче, да, ветер жесткий в Питере. Красная толстовка подходит свет смерти. Ну, розовенькая. Пуль не было. Пич перелом. На деревьях, вот скажи, это скорпу. Чтобы в курсах было. Блин, как же я оружие. Вы еще не убили все еще, блин? Враг уничтожен. Поздравляю команду. Кто-то там, блядь, своими импактами кидается, блядь, да, скорп? Два пинг, вау. Вау! Мне кажется, они что-то добавляют в эти эклеры, не слишком чудесно. Оу, май. Оу, май. Куда? Восток. Знакомый бус. Второй этаж. Бот нашел заряд. Наебал? Да. Видел? Ты же в Питере тут что угодно может быть в эклерах? Ой-ой-ой. Он не помещается, все тут. Ну блин, это хорошие эклеры, они стоят со скидкой по 27 рублей, они очень вкусные. Мне кажется, они мне нравятся даже больше, чем эклеры в рестиках. Потому что именно то, что я люблю, тут такое шоколадный крем вкусный очень и шоколадная полоска сверху, такая из более плотного шоколада, такого, типа, как я не знаю, в каком-то... Тина не доделана, Где не доделана? Стена здесь не заделана. А, ну так видишь, им не надо, они не хотят. Вы задронили, ребята? Меняем магазин. Кто разбил мою дрону? Хуй его, наверное. Ой, sorry. Ты белый, не? Да. Да? Импакт. Шкафом справа. Где он? Откуда? Там. Откуда этого нашего убили? Меня. Ай бы убила. Помали ветра бежала, блин. Ух ты, блядь! Требуешь дорогой вкус? Нет, тут просто, именно знаешь, мне кажется, я нашла свои идеальные эклеры в этой пекарне, потому что... Дело даже не столько в цене, поставить, именно, блядь, знаешь, алло. Типа... Сколько это меня? Очень приторный крем. Смоков. Или сколько какая-нибудь смоков? Присыпка дурацкая, которая мне нравится. А тут еще, знаешь, тесто... Потратил один. Но даже если два дня полежит, она не начинает сохнуть и не становится, знаешь, типа твердым, таким отсыревшим и как бумага какая-то, знаешь, типа, а тут прям идеально. И там, в принципе, цены. Очень адекватные и все делают вкусно. Я его убил, что ли? Не только да? Эклеры. Мне очень нравится. Да, я его убил.
Мне еще хачапури у них нравится. Коридор мертв. Хорош. Давай последнего убивай и поехали дальше. Глина мести. Слишком открыто. Лаваш со сосисками? Глина мести? Нормальная тема, да. Глина мессия. Че, дроны кончились? Блин, я бы сейчас съел сосиски. Какие-нибудь еще это. Если в ебальник. Я не помню, какие это. Папа может, которые такие сочные. Или натуральная оболочка. И какой-нибудь это. Не все сосиски. Сосиска. Не все сосиски просто люблю вот. За столом. Лаваш с сосисками это такое. Очень элитное блюдо. Я о таком не слышал еще. Ты режешь или нет? Или ты просто ебашишь сосиски и все? Хорош. Класс. Скорб. Мастер. АК-12 профессионал, видишь, у него написано. Джиджиген. Джибейден. 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 Режешь кругляшочками или полосками? Кого там кто режет? Да сосиски тут. Полосками пищи. Мне нравится кругляшками жарить, но тут суть не в том, что жарить. Это мало. Суть не в том, что жарить. Как кого жарить? Вот-вот. Ой, я рук же, боже мой. Руки на стол. Кубиками, а тебе удобно из лаваша это есть? Потом. Дронами нутанул. Ага. 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 Пиля. Смотри в окно, а я поползу сюда. Я вот так вот кину, блядь. Мне бог будет на окно, надо ебан. Армор где? Не, блядь, ну почему? Я мазохист, все норм, ну... На самом деле это не норм. Ну да ладно. Не будем вдаваться в подробности. Что не норм? Быть мазохист. Ну, мы нормально еще. Шок человеку пристали. Они уже зашли в туалет, блядь. Грубо говоря, в туалет. И мы такие, блядь, стенку нахуй все. Да. У меня тут, это, в окне. Блядь, начало, блядь. У меня в окне. Я уже понял, блядь. Она помещается, видишь. Новый, да? Дырку пропилил. Враг купился, блядь, видишь. Придурил. У нас как-то хуёвое расположение, блядь, вещей. Людей. В туалете двое. Я читал твои. Билет. В коридоре пушит. Бля, ну там нихуя не видно. Фьюз! Ребят! Бежим. Я смотрю коридор пока. Мне кажется, стопудов кто-нибудь обойдет. Каким углом ты его смотришь? Меня могут убить? Меня убили, бля, в окне, сука. Фьюз виндоу. Он мне. Бля, прицела нету. Да как, бля! Пол хп фьюз. Ну, чуть больше. Чуть больше. Форм живи. Ну, кто-то ползает. Ты кого-то ранил, что ли? Слева. За стенкой. На планете Боу уже, скорее всего, типа. Еще один там же.
чекает. Дырку чекает. Опа. Опа. Лидирует себя просто так, а я просто режу сосиски кубика. Да, это самое безобедное. Без обеда. Безобидное, что может быть. Так что это... Это, конечно, ужасно и не поддается человеческой логике, но пускай. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Энер в говне, блин. Вспомнила что-то тут фразу. А у тебя, блин. Один оперативник еще жив. Ты, блядь, просто посмотри на этот пиздец, блядь, как этот тварь он играет. Дебил нахуй, что ли, он дебил, смотри, он его пропустил. Такой хуяк. Пиздец, блядь, такой ну, это я так же играю, шо вы? Ты, блядь, лучше играешь, как понять не можешь. Ты, у тебя какое-то понимание, что ты разве вообще есть. Скорб, ну хоть ты скажи мне. Блядь, девятерых убил, ёпта, такое чудовище. Нет, один, а он одного убил. Девятерых он убил, блядь, всего, ёбаный в рот, блядь. Как? А, у него 22-й левел, нахуй. Как он это делает? Он же дебил, это было видно по игре, блядь. Триггер, блядь, вся хуйня. Фирма Бандли. Ubisoft, you know? I hate Ubisoft, because they don't want to play their game. На самом деле, да, Рейли, если разработчикам дать в их игры поиграть, блядь, мне кажется, их проблюется, и все, каждый, кто работал над этой игрой. Что вот эта вот стрельба, когда ты стреляешь, у тебя 30 пуль летит, нахуй попадает максимум 4, это что-то какой-то нонсенс, ебать. Нонсенс. Да. В Call of Duty даже не так, блядь. В батле не так. Я по батле этот код так себе на самом деле, пиздец. Куда? Конюшни. А я. Ля. Кого Кай? Йокай на месте. Глаз? Чё? What? What the fuck? Да не, хочешь, бери глаз. Да всё. Да всё. Откуда я знаю? Чё ты знаешь? Чё ты не знаешь, Джон Смок? Джон Смок. Я нашёл. А я слышу, но не вижу. Вот обнаружил взрывчатку. Прям надо мной, блядь. Только пидор. Ты пидор, бля. Оборвёшься, нахуй. Ломаешь себе колёса. Дуракам везёт. До начала 5 секунд. Дуракам? Самый лучший батл рояль всех времен народов. Это про что, про папку? Что это? Я не знаю, если это вопрос, мне нравится орех. Орех прикольный, да. Если мое мнение, если. Вообще, мне папка нравится тоже, но, блин, он такой корявый. Папка-то да, блядь. То есть, типа, мне чисто как бы. Мне нравится, что он, ну, на реализме построен, типа, все такое, но... Я имею в виду, типа, это люди там, а не какие-нибудь там роботы. Ну, блин. Убил. Спасибо. Ой, я забыла, что я слышу. Ты чё нахуй? Нахуй? Лосьон, блядь. Камера висит. Блять, на лестницу улетел. А где этот? Как мне его забрать, а где он?
Как это? А вот можешь забрать диффузер? Да. Просто берешь, да, подходишь, да, забираешь. Ага, где? Как туда пройти? Ладно, забери сам, короче, я умру, блин. Я пойду. Если это геймплей веселый. А. Когда так дрона я их не убью, блядь, чума ёбаная. Сука. Маэстро он ми. Подожди, есть скор. Тоби пизда. Пару. Ай, блять! Дырку сделала, а толку от дырки. Майнкрафт Hunger Games. Я не играю в Майнкрафт, поэтому я как бы не знала даже, что там есть. Battle Royale. Ого, я даже не в жопе, я в втором месте. Я в жопе. Вот это да, вот это, вот это да. Остается 10 секунд. Кого там ебашишь? Ман. Остается 5 секунд. Поэтому проебываю. Ёбак, летающий, блядь. Лимит времени превышен. Тоже возьми эхо, блядь, или обувь. Всех. Соль. Или ты кавайру купила? Да. Давно же еще. Молодец. Чё за неё не играешь? Ну, я иногда беру. Иногда. Иногда беру. Типа, знаешь, когда проигрываешь, типа. Охраняйте заряды. Терпишь, вот так, пожалуйста. Еще одну. Свои батлы рояли с квадратным блэкджеком и летающими деревьями, блять. Ебануться. Что там происходит вообще в этом Майнкрафте? Нихуя себе, ебать. Какая хуёвая камера, блядь, никогда не так увидел. Остаётся 10 секунд. Ещё 5 секунд. Взрывчатка обнаружена. Готовьте оборону. Враг обнаружил... А как поставить-то её? А, ага. Почему она пор... В прошлый раз не ставил. Камера включена. Противник обнаружил взрывчатку. Камера пашет. Пошли. Микрофон мьютед. О май! Привет, Витя. Витя. Дрон. Ты получил мое гневное сообщение? Там не только дрон, там библиотека есть. Он вин, вин. Ах, как чудесно. Как он? Мне так на нахуй. Шайба залетела. А я не хоккеист, отбить не смогла. Он через стену, понял, Кость? Вот эта стенка, которую я стою, у меня убил фьюз. Он он ми. Она не пробивается ничем. Да. Нет, блядь. Ну что ж ты. Вау. Лёфт. Я сделал полезное дело. Я думал, эта тварь, блядь, смотрит окно нахуй, но она не... Поражение. Группа погибла.
Я умер, блять, за бетонной стеной просто, блин. От шайбы? Да. Зацени топ-1 сервис НГ по Майнкрафту. Блять! Ну, ты понял. Вот, а, ну где ты? Вот, где кальянная? Я сижу Дай там, а Фьюз, блядь, в другой комнате в окно-то, блядь, кидает. И как между, между нами трачит, бетонная блядь. Стена, блядь. Ну, твоя текстурка торчит как вовремя, блядь, пиздец. Там не торчало, на повторе не торчало, блядь. Ну, на повторе понятно, сейчас, потому что повтор твоего клиента, а не сервера. Так, как бы. Тем более, он никогда не передает точную картину, а только приблизительную. 5к человек днём, просто кто там сидит? Нужно отыскать заряд. Капец. Не хочу заходить, мне кажется... На первом? Мой Ой, мозг расплавится вроде. От Майнкрафта. Мне знаете, что из Майнкрафта нравится? Я хочу на каком-нибудь на этом... Комиконе, я не знаю, или где-нибудь, значит, на Геймскоме. Купить пиксельный меч. Может, она уже прибежала? Из Майнкрафта или что-нибудь такое. Кирка прикольная, но больше мне нравится. Я думала, он меня не услышал. Наивно я. Короче, вот меч я бы купила, а все остальное нафиг мне не надо. О, у меня орешки есть. А, один орешек. Why not? Вы заебали скидывать их в задницу. Я заберу. Johnson's baby. Просто сказка. Johnson's baby. Не щиплет глазки. Сейчас мне как защипит, блять, все. Так, Скорб, забери вот это. Да нет! Ну возьми! Не хочу какашку. Пак, кавера, кавера он би. А мне кавера была плохо. Эмигра на надо! Прыгнула на первый. Кавера, вера, ферст фут. Не раунд пинг. Извините. Ненавижу Кавейру. Это так позорно и зашкварно, когда она тебя это допрашивает. Зашкварно. Найс. Поэтому. Извините wow, wow. за минус уши. Nice, nice. Это не флешка как бы. Надо это. Больше солнцу а поставить. Где моя эта пулька? Такая. Флешка. Воу-воу. Так, о, сори. Ставь, ставь на Б. В кого я попала? Поставил такой, блядь. Поставил. В кого я попала? В Вэшку, по-моему. Mm. Если вообще кого-то попало, то... блядь, ёбаная хуйня, блядь. Копать мозг зрителям, ой-ой-ой. Валька? Опасненько звучит. Или не Валька? Вот в чём вопрос. Майнкон. Вот на Майнкон я бы не пошла. Ну, только за мечом, если да. Ладно, окей. Орешков больше нет. Больше сенсу надо, больше. Камеру не разъебал. У меня тоже была такая мысль. Reinforce APS. Where? Перезаряжаю.
Знаешь, как тут, подняться? Враг знает, где... В радуге? Иди сюда. Лицо мунтай. О, Кость, смотри! Как? Это позишн нахуй. Ты ебанулся? Как туда залез? То сидишь дробовиком нахуй его. Бау! Бау! Десятилетний мальчик. Есть еще одна, Кость. Че, камень? 5К. Нет, импорт. Баксов, епа. Ну это он гений. Мне кажется, Майнкрафт как раз для десятилетних ребят. Сука! Там ДКЕ лоу. Супер лоу. Да, у него хп 20, наверное. Я пока... Сука, я думала, я в своего... Там еще этот щитовик на лестнице. Монтажник? Да, по-моему, монтажник. Тебе там выбит, то есть. Да, похоже. Шакал трахает. На дримхаке будет Майнкрафт? Нихера себе. Вас обнаружили. Не задронили. 5к баксов, это неплохо. Пизда. Я бы могла купить много эклера. И еще нормальную мышку. Чего нахуй? С другой стороны, блядь, да, и буду уже. Щит убивает меня, блядь. Право, да? Behind on. Yeah, behind on me. Поражение. Это от бедра хуярит, блядь, с пистолета своего. Ну пиздец. Вот он, блядь. Найс. Пистолета пулемет? Имел в виду. Блядь, уберите эту жирную бабу, блядь. Она тут еще накрашенная. Шайба, блядь, да? Какая шайбища. Мою мышку не видела 5-6 лет, но я произвольно офлится. У меня иногда, типа, мою мышку грызла собака там и так далее, она мне досталась по наследству. Короче, и суть в том, что... я иногда нажимаю, короче, чтобы выстрелить, а она не прожимается. То есть я типа на нее нажала, но выстрелов нет. Я такая... Ну, еще там сигнал пропадает, она начинает это ебать там круги. Ну, хули, беспроводная. Да, блин, дело не в том, что у меня Logitech беспроводная за 300 рублей работает лучше иногда. Она хотя бы не пропадала. Сигнал, потому что по Bluetooth, а это по Wi-Fi играет. Ну, блин, она просто ебанулась за все это время. Чего тут ожидать? Так-то бы она... Просто Wi-Fi сигнал стабильный вообще. Ну... Была бы Bluetooth, она бы работала как Logitech. Бесперебойно. Zowie? Zowie это что? Zowie? Беспроводные. Нет, проводные. Значит, Logitech. Logitech G, пиздатый. Блюпопу. Ну это как у Пенгу, блядь. Ну у него беспроводная, кстати. Она такая, знаешь, маленькая, блядь, такая. Ага, тебе большая нужна, что ли? Ну провод не мешает, она такая маленькая, такая. Руку помещается. У него она беспроводная. Ну и... Найдите заряды с помощью бота. Специально наверное, купил, чтобы, блядь, в таких касках, когда он рукой, блядь, туда-сюда, чтобы, блядь, не оторвать провод этот. Хули, они, типа, сенсой 0, нахуй, блядь, им же надо, блядь. Как? Сенсой 0, блядь. Стол, блядь, с ведром, чтобы рукой размахивать. Вот я здесь, нахуй, сантиметр на сантиметр, блядь, влево-право, влево-право. Хуя
какое у тебя мнение оказывается о киберах, блядь. У вас еще 10 секунд. Fuck me. Смотреть метаж. До начала 5 секунд. Боба, да даже по-моему в этом, в рейтинге, как так много не берут, как, блядь, в этой нахуй. Обнаружила врага! Первый этаж! Враг на первом этаже? Серьезно? Кавуха, походу, да, это кавуха. Ой, май. Ой, май. Оу, май. Что творишь? Ой, чё, я в хэт не получил. Охуеть, оно катается, блядь. На третьем, да? На третьем, на третьем. У меня тут дрон, блядь, эховский, ебашит. Где? Я не вижу, типа. Не обнаружено, я не понимаю, где камера. Чтоб дрона-то убить, ёлка. Мы не знаем, где он, блядь. А, это, блин, я что-то забыла, что он где-то тут был. Я его видела, но забыла, холодильники, что... Холодильники, холодильники, холодильники. Я ставлю. Прикрой. Лестница на мне слева. Мох. Справа, холодильники. Справа, холодильники. Стою около лестницы. Пикает. Перепаяющая мышка, извини, что я что-то долго не смотрела. Убежал, походу. Еще 5-6 лет, нифига себе, сколько она у тебя стоила? Просто мышка на века, знаешь, сам себе инженер. Хорош. Покинул. Есть такая же дьяволка какая? В смысле, еще одна такая же, как... Она ебала, блядь, такая страшила, ебаная. Ну, заметная. Или такая же, как... Везде заметная. У кого-то, когда они говорили. Как смог там весь, блядь, розовый. Косарь, ну нормально. Я думал, ты там хотел... Мози... Я только вот сейчас я... Я думал, ты хотел перепаять мышку за 50 рублей там. Хуйня вот эта. Обилка. Как у железного человека такая электрическая нахуй на спине. Такая же хуйня. Да, это жестко. Может, это и есть у нас, да? Сын его, блядь. Да, его сын. А, у него же дочь. У него дочь. Да, это значит какая-то кавуха какая-нибудь, блядь. Валька. Валька, блядь, его дочь. К обороне, не дайте врагу пройти. К обороне. Дайте врагу пройти. Паразит активирован. Паразит активирован. Как они обнаружили, блядь, если у меня там хуйня стоит, которую, блядь, перепрыгнуть невозможно. Они в лестнице пойдут, скорее всего. Взрывчатка обнаружена. Да. В лестнице пойдут. Опа! Вот захвачен! Вот взлома. Камера работает. Я тебя закрываю. Меня?
вторая мышка такая же, неплохо, неплохо. X7? Я знаю, что это за мышка. Я знаю, что она долго живет, но она меня бесит. Она неудобной формы для меня. Охуенная мышка, не пизди. Нет, я говорю для меня, то, что она живучая, я знаю, но мне неудобно, ну, в руке держать, она мелкая. С тем, что сейчас у меня есть, она очень неудобная. Задронили, бля. У меня в окнах типас. Наверху. Скайлайт. Висят. Я кого-то разъебал, бля. Круто. Фузи ты. Где? А я ебу. Блять, надо было добежать за ним. Там, короче, рук на лестнице. Мама. Как так-то, ребятушки? О, там блиц. Вот он стрелял как идиот, и я стрелял как идиот. Какой контроль, о чем ты? Какая карта? А где блиц-то? Ой, ну он где-то ходил, это... Это я наиграл дохуя во все игры. Блин, а мне наоборот нравятся большие мышки. Прям такие болидные. Ну чё ты не полез на меня, уёбыщ? Смотри. Ему похуй, блядь. Мне нравится форма у Блади, но Блади по техническим характеристикам не очень. Я хочу купить потом себе Корсейр. Нахер, такой блинец. Трансформера. Что-то мне впирает. Мне нравится. Удобно играть мне, короче. Вот. В общем, это такой очень индивидуальный фактор, и это нормально. Паска. Если бы не проблема с проводом, я бы еще 6 лет играл на ней. Ну... Блин, ну за косарь, в принципе... Сменить мышку раз в 6 лет нормально. Как бы и так уже жирный для нее, по-моему. Рогатый. Найдите заряды с помощью бота. Блять. Ух, сука, чуть. Ап, блять. Чего не так? Я их. Да я нажал, типа, этот пробел, и меня схватили. На базе. У вас еще 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Вы нашли детонатор. Местонахождение заряда известно. Он все еще не может дрона убить, понимаешь? Сука. А ГДО? ГДО? Государственный дом офицеров? Спину прикрой. А, блядь. Спина. Хуясь, это что такое было, бля? Костя, прикрой спину. Ладно. Нет, где-то в точке забыл. Капкан есть. На кухне док. Ну понял, где типа, блядь. Вот ебу. Сори. Верните деактиватор. Звоню и запушу и убью, блять, кого-нибудь. Пока на руле. Деактиватор снова у нас.
убила. Валька, блядь! У нее лоу. Баска, ты чё, блядь? У Вальки лоу на лестнице она. Вальки где? И одного я стрела там. Там пробежала. Можно ли просто взять зайти? Как думаешь? Клава живет, дружит? Мне кажется, надо, блядь. Блин, а мне, у меня тоже Клава, мне мышка Блади сейчас, и Клава Блади, но Клава я прям хотела, капец. Она мне так нравилась. Видел одного, блядь. Которая с подсветочкой такая, сзади могут обойти, вот чё, какие проблемы. А, у меня тоже. Вот, я сейчас играю с Костей, у него тоже такая же клава, можешь поставить, как у меня, наверное, да? У него там что-то какие-то кнопки уже западают. Я со спины, он больше играет, чем я, поэтому как бы. А у моей получается пас. Уже где-то года два. Или больше, чем. Один противник жив. Вон, за стенкой, видишь его? Хорош. Победа. Противник нейтрализован. Чуть больше двух, наверное. Нормально. Бэм. Ну, таких из средних вариантов, среди дешевых. Хорошая клава. Пекарня, блять. Моей клаве 3-4 года, ну вот. Я надеюсь, что моя тоже проживет. Мне как-то это. Я понимаю, что у меня есть возможность сменить на какую-нибудь, я не знаю. Короче, на механику какой-нибудь Corsair там или HyperX. И я понимаю, что вроде бы даже и не хочу особо менять, пока она не умрет, потому что она мне нравится, короче, вот. Ничего не западает, ну просто как играешь, как часто, я не знаю. Ну, короче, много факторов всяких. I want to say to me, my ass. Мы дрона убили, тут катался. Взрывчатку обнаружили, к обороне. Холодильник укрепить. Холодильник укрепить. 5 секунд. И наверх еще небось скажешь поднимите, да? Надо же, блядь, за этот нахуй. Укрепить, блядь, заделать. Вражеский дрон готов сканировать. Блядь. Пиздец, нахуй. Пиздец, нахуй, блядь. Я так понимаю, блядь. Монтаж. Врагу удалось установить диагноза. Дрон врага начинает разведку. Запуск таймера. Враг идет по вашим следам. О, мне пизда. Там идут по моим следам. За машиной на мат. Дрон противника близко. Начинаю отчет. Ваш след обнаружен. Да смысл? Ах, там блиц. Минус хп 30, наверное. Задание провалено. Противник не видел. Механика слишком палка, печатать больно, но... Не, прикольно. Ну, тоже опять же дело вкуса. Не знаю, мне очень нравится, как это трещит все.
Там же еще несколько всяких этих видов механики, поэтому если тихо выбрать подороже, то все. Мы ее так нет, мы с ней ничего не сделаем. Очень часто играем. Клэшуху надо взять, значит. Бери. Клэш Элла. Так, Юля, почему ты не баба? Большинство чем за ПК? Ого. Ну, показательно. Не хочу, я хочу быть... Хотя... Да, ладно. Ошибка. Буду в малине. В малине или в клубнике? Ну, типа в малине. Много баб, все малине. Такое. Типа в клубнике, наверное. Ой, короче. Короче, Бук это показательно. Хорошо, что живет много. Да. А где они просто раз заплантили? Они вот здесь где-то. А то сетки нахуй нахуели, чтобы они, блядь, не прошли там, запутались ногу. Запутались, споткнулись. О, я забыла, что я рук. Опять ты пирожки внесла, блядь. Да. Опять побежала быстрее продавать все. Торгаш. Че дронов так оставляет, блядь, спокойно. Слишком легкая добыча, блядь. Зачем руку? Хочу подглядывать в дырку. Че вы там пихаете? За место боретесь. Я еще армор даже не взял, блять, а уже как бы это. База. Атаки. База, прием. Щит активирован, нахуй. Гидра, нахуй, идет. Хайль гидра. Они уже, блять, поставили. Че? Это как там так? Блиц, там, блять, блиц, блиц! Прикрой! Сзади, я сзади! Я не могу, я его не вижу, блядь. А, ёпка. А, не вижу ничего. Мы, блядь, в окне. Пиздец, наебнулся. А, тут клеймор был. А, ага. Прилегли такие полежать и... За окнами. Виндоу, виндоу. Чё, ты не успеешь. Сука. Уж он точно знает, как носилась мышка по полной. Ну, ой-ой-ой. Какой? Зря-то обезвредили, знаешь, такой, типа. Это ж типа победа. Жёстко, жёстко. Видимо, она создана для таких задротов. Сори, я что-то тут это прилегла. Прилегла, блядь. Ну там скорб валялся, и я такая тоже. И упала. Да, это жестко. Давайте еще одну, и я пойду. В резидент? Нет. А куда? Смотреть что-нибудь. Что смотреть? Мне нужно развесить постельное белье, а еще спать надо, потому что завтра встать надо не поздно. Фак. А в резиденте завтра нужно. В президент. Я пойду отдыхать, а там есть спайпера. Хорошо, я вот тоже сказала, что скоро пойду уже после этой. Давай, спокойной ночи, спасибо, давай. Что чугун, пришел чугун на стрим. Играет. Сладких снов. И до какого-нибудь ближайшего дня. Давай, термин, Тэтчер. И Басков. И Басков? Я тут когда похвалял просто. Да блин, ну а чё, да спасибо, спасибошки. Тебе тоже. Удачного дня в школе завтра.
нужно отыскать заряд. Я надеюсь, что это подвал. А чё, нельзя, да, тут? Подвал? Хуй на. Нет, не подвал. Ну это и не кухня. Отлично, сюда. Сюда. Значит, второй. Блять. Да, на втором. Хуярится. Закладываю, робот обнаружил заряд. Так, где передислокация, нахуй? На костер. О-о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 . Ой, ебать, нахуй. Репорт, нахуй. Чё, рука охуевшая? Кто это был? Кавуха. Он из Гэдаджа. Он просто из Гэдаджа. Тут, короче, блин, сейчас. На лестнице кто топает. О, манит, это этажом выше. На первом этаже. Уже на первом? Ну, по шагам слышно, типа. Походу. Ну, вообще, да. Там мели на окно? Делать, блин? Хз, надо, наверное, через первый проходить. Затронуть надо, да. На лестнице. Вон они, блядь, стоят. Welcome, green me. Very low. Тебе надо в точку. На лестнице аккуратно. Хорош. Противник устранен. Задание выполнено. Тебе по киллу дали. Эйстин. Еее, бой. Овин пугает нам дали. Я беру ба. Да забирай, забирай. Пидара. Мне нужно эту дырку сделать сначала, блядь. Нет, так бери, чё ты, блин. Не-не, бери. Бери, бери, возьми тогда ты Ягера тогда. Ты не хочешь? Ягера давай возьму. Вукович, это поль, это поляк Вукович, мать. А нет, это... Чехия, да? Нет. Вообще обычно больше. Ну на че? Че у них же это. Ну да. Это у поляк. Вот сюда прям поставишь ее охуенную твою. Потом поставлю. Сейчас не буду. И тихо надо мне будет. Я одну поставлю. О, у них даже не термозаряда, нихуя. Они уже заходят. А, да. Я умираю. Нейтрализуйте угрозу. Как так, блять? Там, пожалуйста. Маврик. Дырку пропилил. Он дыркой. Я смотрю дырку, а я это ставлю уже, блять. Тебе уже не вариант, да. Я допросила. Сосал.
Не садим. Юля, давай, 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 давай. Юля. Допроси, допроси, допроси. Не молчи. Живых только один противник. Блестей, на спасти. А. А, еб дрон она. Можешь добить, наверное, так. А это сучка! Как? Я не понимаю. Я смотрела в другую сторону и просто убила, блядь. Ох, сучка. Сука. Вы это видели, блядь? А как не добежать успели? Термозаряд уже поставлен. Раунд только начался, они уже, блядь, ставят, нахуй, нахуя. Читеры. Я говорю, они бегают, блядь, просто нахуй. Они не тупят, как мы, нахуй, полгода, блядь, а хуярят прям. В смысле? Ты хочешь сказать, что мы не хуярим? Мы хуярим, просто долго хуярим мы, блядь. Думаем, что-то разведываем, блядь. Надо быстрее. Ну, правильно. По киберспортивному. Да. Брадыги вообще торопиться не надо, ты чё? Ты чё? Не шаришь, что ли, Костя? Вот они поторопились, нахуй, и поплатились. Долбоёбы. Найдите заряды с помощью бота. Да, о, это, блядь, подвал, нахуй. Гараж? Да, это гараж. Пизда бандиту, нахуй. Я выколю, нахуй. А ты тебе изи килл нахуй просто, блядь, на бандите. Сейчас он, видишь, что делать, они собрали, знаешь, что это будет? А, да-да-да-да-да. Ты, блядь, вот это вот. На улицу поставят. Можно шестой пик, пожалуйста, мне? До начала 10 секунд. Поменяю на эту, как на отвечуку. У вас еще 5 секунд. Сразу же бежим, убиваем, блядь. Не выйдет так, конечно. Но, блядь, ладно. Далеко. Слишком далеко, блядь. Ты можешь пока этот доделать. Слышишь? Ой. Нихуя себе. Там еще типа со стен. Лоханулся. Они не заделали вот так. Ты видел, куда она покатилась, хуйня, блядь? Дай гляну кинул шпа. Слева, по-моему. Слева есть, да. Юль, не вставай. А. ВТ уничтожил. Ой. Ой-ой. Просто с бунтом, да. Убил. Кидаю, нахуй. Фузер можно. Give me the fuser. Вы потеряли деактиватор. Удалось вернуть деактиватор. Деактиватор. Коридорчики, Виджил. Каком коридорчик? Который дальний. В этом что ли? Ну, дальний этот, который с фонарями, блин. Деактиватор потерян. Я, видишь, какой, блядь. О. Жив один оперативник. Команда ликвидирована. А Элла с пистолета головой. Тын-тын-тын. Нормально, блядь. Блять, как так нахуй, ёпту, я ставлю, блядь. Не знаю, ну как? Как жить после такого, когда тебя не кроет никто, нахуй? Ууу, сука, как накроет сейчас. Как накроет, говорит. А что у нас за точка-то? Кичен, походу. Нет, бар какой-то. А, да, бар. Хуёвый, короче, точка. Самый хуёвый день. Будьте начеку. Дали бы хотя бы выбирать точки на защите, то, бля, кому-то дали нормальную защиту, кому-то, бля, писал соси, нахуй. Находится
Да еще один пролетел тут. Боже мой. Второй этаж на. Хочешь? Сходи. Там уже что-то, блядь, расставляют. Меняю магазин! Ух ты, блядь, на лестнице уже. Зуфия, 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 остаешься. Изи-пизи. И я вам следила. Здорово. Только разошлись, уже расходиться надо. Ну так это же твоя инициатива, и пусть. Не, да играть еще. Ты хочу играть, вставать сама говоришь, ну да. Старлин, тебе доступно ПК. Что? Кто? Старлин доступно на ПК. Кто? Какую-то, блядь, игру детская, блядь. Звездная. Звездное что-то. Что-то звездное? От Ubisoft'а. Нам Б. Получить бесплатно? Чего? А ты хочешь получить бесплатно? Так, ладно. Спасибо за игру. Вроде бы вышло неплохо. Да. Поэтому поиграем можно потом еще. И спокойной ночи. Да, спокойной ночи всем. Окей. Пока. Ок. Я стрим тоже вырубаю, все равно никто же тут не сидит. Наверное. Так что... Поки. Пока.